Всем привет, дорогие друзья, с вами Дима и канал МТГ Сибирь. Сегодня на обзоре у нас Арзов Контроль на Планесуокерах. Это важное уточнение. Арзов Контроль на Планесуокерах. То, как я его вижу, потому что вот эта замечательная сага, которую я очень давно хотел затестить. А Урза собирает титанов. Мы можем ее пролистывать. Выбирайте любую из фаз. На первой стадии мы предсказываем 4. Затем можем показать верхнюю карточку библиотеки. Если это карта Планесуокера, положите ее в ручку. На второй стадии мы можем положить из руки карточку Планесуокера с Планекостом до 6 на поле битвы. На третьей стадии в этом ходу мы можем активировать способности Планесуокеров дважды. Вот так вот. Далее, что нам будет нам помогать? Сразить клинком за одну ману, уничтожить целое существо, суммарной силой выносливостью не более 3. Три копии решительного подкрепления за 2 маны 1-1 с мигом входит с другом вместе. Затем две копии уничтожить зло, за 2 маны мы либо уничтожаем целое существо с выносливостью 4 или более, либо уничтожаем целевые чары. Три копии резни мясным крюком, это наш масс ремувал. Две копии восстановление Никандзё для, во-первых, для того, чтобы стабилизироваться по земле, во-вторых, она может там реанимировать еще и решительное подкрепление. Плюс это всегда хорошая крича за 3 маны 3-4, которая когда атакует или блокирует деятельностью, которая когда атакует или блокирует, то делает существо дух. Далее 3 копии обиления свадьбы, естественно, 4 копии новой лилианочки с завесой, новой старой Лилианы. Три копии странствующей императрицы. Вообще просто прекрасно смотрится. Три копии Сорина безрадостного. Три копии Эдгара, очарованного жениха. За 4 маны 4-4. Другие вампиры получают +1. Когда он убирает, мы его возвращаем как гроб, который будет обнимать токенов. Вообще, я думал, что лучше здесь Эдгар или Шелдред. Но Эдгар мне показался более живучим, если честно. Также две копии Ауспец Великолепная за 5 маны, 5 лояльности. За +1 мы выбираем не более одного целевого существа. У него жетончик +1. И также жетончик либо полета, либо первого удара, либо цепи жизни, либо бдительности. За -3 мы смотрим 7 верхних карт. Выбираем оттуда перманент с Малакостом до 3 и куем его в игру. За -7 создаем 5 фишек ангелов с полетом. И две копии Стражницы Святилища. Вот, вот такая вот колода, друзья, у нас на сегодня на обзоре. Ставьте обязательно ваши лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте ваши комментарии. Я их всегда все читаю, по возможности на все отвечаю. Поэтому давайте с вами держать коммуникейшн таким образом. Рейтинговая игра нас ждет, и погнали. Ну, друзья, если вам нравится то, что я делаю, и если вы меня поддерживаете, вы можете пожертвовать любую сумму. Я буду вам очень признателен, все это придет на развитие канала. Ссылочки есть в описании к ролику. Вот, скажу, что я приехал, точнее, еще не приехал, но уже скоро приеду, и все, и производство роликов возобновится в обычном темпе, то есть через день, через два, то есть каждый день, либо через день, вот так вот, потому что я был, ну, как сказать, типа на вахте, чтобы не на вахте, ну, короче, на семидневной работе в другом городе, вот так вот, на помощь помогал родителям, вот, поэтому у меня тут очень плохой интернет. По возможности, если есть какая-то возможность, то я записываю. Плюс у меня очень ограниченный трафик. Вот, поэтому, ну вот, как-то так. Так, окей, давайте. Начнем с объявления свадьбы. Тут у нас найские цвета. Вау. Внезапно, да? Наверное, Деканозури, это кажется. Возможно. Земля? Окей. Давайте вот так. Давайте Сорин. Хочет. Очень сильно. Сорин срезался. Давайте сделаем себе вампирчик. Да? Против кода на Зуре я очень давно не играл. На самом деле вообще бы не было видно. В последнее время по нулям. Как-то она так хайпанула резко пропала.
Буквально за неделю. Сейчас, по-моему, Зур против нас будет. Вот, Дека на домейне, да? Два ремола в руке. В принципе, мы и Зура, и Чары сможем разобрать. Если сейчас Зур вдруг пойдет. А нет, лучи. Да? Окей. Иди так, давайте атак. Там, кстати, можем и чары же убить. Да? Я забываю про эту опцию. Прекраснейшую. Уничтожить зло? Давайте. Подробуемся. Да. Однозначно. Конец хода. Значит, да. О, что-то у меня тут это с графика случилось. Смотрите, у него как-то эти друг на друга наложились. Земля? Че, когда зур-то будет? Я все жду его, жду. Жду его, жду, а его все нет и нет. Что это? Не более двух карт земель. Среди каких карт? Не более одной из них, наверное, в библиотеке. Окей. Проблема. Без проблем. Наверное, сейчас сыграем Лилечку. Попросим оппонента перескартить карту. Ну и сами скинем. Наверное, сыграем пещеры, да, скинем равнинку. Сейчас еще, конечно, все будет зависеть от того, что мы подруппаем. Но, конечно, хочется играть вокруг Зура, если честно. Я сейчас подробуюсь еще раз за этого. За нашего Сорина. Ну что-то долго там, я не думаю. Все. Пас. Мой ход. Земля. Давайте еще подорваемся. Надеюсь, не земля, а то что-то прямо. Да. Нормально. Давайте тогда не будем пещеру. Давайте так. Давайте Лиля. Давайте далее. Атака. Атака. И давайте за Лилечку плюс о нем. Затем по карте я, наверное, пещеру сброшу. Хотя. Да, в принципе, у нас достаточно черных источников. И конец хода. Поровну, сейчас с белыми. Возьмите карту. О, прикольно. Да? Прикольно. Сколько мяч на сорине получается? 6. Еще и Целестус. Вообще пушка. Давайте подкрепление. Ну, видимо, сейчас возьмет карту. За одну ману. Даже, наверное, за тап просто, да? Или нет, подождите. Пас. Давайте мой ход. Еще Лилечка. Интересно. Давайте скинем по карте. Да? Ай. Ты негодник. Ах ты негодник. Давайте подроем карту. Хочу подроить карту. Да. Однозначно. Давайте восстановление Гензю. Найдем себе равниночку.
Давайте. Далее. Атака на 2. И ход. Надеемся, что сейчас не зур. Конец хода, видимо, он дровается за бесплатно. Сейчас за книжку, да? Ну да. Классно, он сейчас может дроваться, действительно. Действительно, дека на домейне. Сейчас, во-первых, мы, кстати, можем выстрелить за Сорина. На 13. Ну нет, миграция стада будет. По 5 токенов. Ладно. И... Дипас. Давайте мой ход. Я хочу подровать кое-что. Да? Так. Ну давайте. Знаете, во-первых, все-таки я подробуюсь. Я хочу резню натрогать, очень сильно хочу. Да, давай. Давайте. Уничтожим зло. Наверное. Да? Давайте. Пожертвуй существо. Пожертвуй существо. Вообще не жалко Лилиану. Пожертвуй. Давайте Лилиану. Подрывался. Личка срезовывалась. Выберем новую личку. Решу снова. Давай, пожалуйста, существо. Пожертвовал. Ну и далее. И конец хода. Нет, а так. Конец хода сделали себе токенчик. Угу. Одного токенчика убили. Ну ладно. Все-таки сейчас Лилия, видимо, умрет. Это не критично. Это не критично. Абсолютно. Если Сорин нападет, я буду только рад. Потому что Сорин мне сейчас нужен для добора. Потому что я хочу подробить все-таки резню. Резня наша все. Вот с артефактами, да, мы ничего не делаем, к сожалению. Ну, ладно. Подрывался, да. А, война Ками. Так. Круто. Сейчас что-то нам поэкзайлят. Сейчас что-то нам поэкзайлят. Поиграли с Сорина, наверное, да. Это жалко. Пас. Ну и Лили убили. Даже блокировать не буду. Пас. Нет блоков. Пас. Даже блокировать не буду. Ну, сейчас нужно разобраться с чаркой, получается, да? И мой ход. Да. Давайте, сори. Давайте. Минус 2. Давайте далее. Давайте нет атак. Конец хода. Вот так. Теперь он должен что-то нам побаунсить. Да. А мы перезабросим карту. Но без проблем. Я так долго держал. Еще война камень. Жесть. Жесть, жесть, жесть.
Я сейчас ничего это не буду. Он просто вот это. Ладно. Блин, где моя резня мясным крюком? Скажите мне. Я так долго жду ее. Ни Эдгар не пришел, ни резня. Какой-то просто трэш. Давайте каждый блок. Эдгар был бы сейчас очень в тему. Ну, естественно, дует камниками. Фигниками. Интересно. Давайте присудим. Ага. Я не буду показывать. Эти далее. И конец хода. Да, конечно. Брысу в землю. Стейки давайте такая. Давайте. Таким. Вообще ничего не пришло из большого. Ни ангелов. Нифига. Ага, 6-6. Что он делает, когда он легендарный, нет? Защищаясь игрок, выбирает не являющуюся землей карту на вашем кладбище, не ту карту в вашу руку. Еще одна война. Блин, ну тут, друзья, я уже ничего не сделаю. К сожалению, тут я проиграю, да. Тут я не сделал ничего. Три войны. Очень тяжело. С одной, с двумя еще. Хотя и с двумя тоже очень тяжело. Ну, терпимо, терпимо. Потому что можно реально какую-нибудь фигню повозвращать. Тут уже прямо сильно тяжело. Так, ну ладно, приз забрали. Давайте next. Это следующую. Ну и, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте комментарии, потому что я эти колоды делаю только для вас. Мне очень нужна ваша поддержка. И не забывайте, что можно нажать всегда еще и колокольчик, и следующее видео не пропустить. Так. Давайте попробуем. Не факт, не факт. Вообще рука очень медленная. Даже слишком, наверное, медленная. Ну, попробуем. Давайте, кип. Попробуем. Что получится. Земля. О, там миррорчик, наверное. По цветам так точно. Пока что миррорчик. Хотя сейчас я с перьями не гнушаются совсем. Ходи. Угу. Это плохо для нас. Это плохо. А, насморк. Объявленюшка, да? Хорошо. Давайте в таком случае, наверное, восстановление и конце. Лилю сейчас не хочу. И ход. Да. Против той руки, вот это была бы сейчас неплохая. Но против той колоды, эта рука. Против этой колоды плохая стартовая рука. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, правда, прям отвратительно. Сбросим карту. Давайте. Тоже объявление у нас будет. Давайте, земля. Сделать такие наход.
Он сейчас уже должен был землю подрубать. Ну, столько дроваться. Две карты вход, ну, камен. Камон. Три карты вход. Должен был подрубаться. Да? Шелдред, может быть? Нет? Да, нет, нет. Снова, снова, снова мне нужна резня. Мне страшно противник. Да. Я пущу на 4. Пока не критично. Нет блоков. Где моя резня? Спрашивается. Спрашивается, где моя резня? Да? Снова Лиля. Ну ладно, пусть таки на себе там хорошего. Не кричу. Давайте такой. Давайте сняли. Земля. Ну нет, так естественно. Сделали блоки. Ходи. Сейчас уже интереснее. По крайней мере. Сейчас же, по крайней мере, интересно. Мы запросто можем ангелом блокировать. Вообще в легкую. Да? Земля. О, круто. Вот это круто. Вот это прямо круто. Ему сейчас надо максимально атаковать. Иначе он сольется. Прям максимально атакуйте. Да. Он не стал атакуйте максимально. Ну давайте. Земля. Так. Давайте. Алспет. Давайте. Так. За минус 3. Что-нибудь надо в игру, да? А вот, нормально. Давайте, атака. Давайте снимем Солспета. Отлично. Сделали токена, и все вкачались. Ходи. Хочу следующий ход две лили воткнуть. Если он сейчас не пойдет в атаку. Если он пойдет в атаку, будет как будто как грустно немножко. Но терпимо. Но терпимо. Все пошли в лоспет. Сделал токенов. Хочу вставать в блок. Правильно? Давайте блок. Давайте блок. Блок. Эти два сюда. Эти два сюда. Семь блокирующих. Это так. Сделали все таки. Правильно? Императрица. Куда-то сейчас она воткнет. Она даже знает куда. В этого, который. Вот в этого. А нет. Ну ладно. Не страшно тогда. Эдгар. Эдгар, это неплохо.
Так. Давайте плюсанем вот сюда и дадим бдительность. Давайте далее. Давайте атака вот в эту вот товарища. Да, я селфи-то сниму. Подробуюсь. Мам. Так. Дальше. Давайте, наверное, Лиля. Типа... Пожертвуй существо. Давайте все-таки, наверное, Эдгар. И ход. И ход. Будет атака или не будет? Все втроем велспит. Давайте блокер вставлять. Раз. Два. Три. Вообще вот так. Сюда. Сделали токен. Токеногенератор сработает, токеногенератор не жалко. Естественно. Не сомневался. Куда? Ага. О, странный выбор. Ну ладно. Лилечка. Снова Лилечка. Так. Давайте. Плюс один. Вот сюда. И first strike. Так, да? Теперь. Давайте каждый что-нибудь делать. Так. Для начала атака. Сюда. Снимем с нее. Подробность. О, отлично. Отлично. Теперь уничтожить зло. Уничтожить чары нафиг. Заколебало. Честно. Теперь давайте Лилечка. Пожертвуй существом. Блин, обожаю такие трэш-деки. Что с моей стороны, что с его стороны. Теперь давайте Лилечка. Пожертвуй существо. И ходи. Там 6 карт. Что у них там есть? У меня какая-нибудь пушка есть. Генрика, да. Вставлен. А что, он там трансформируется, нет?
Что-то он там задумал явно. Что-то он там задумал. Земля. А, специалистка, окей. Без проблем. Может, по существу, да, типа пожертвуем. Я просто трансформировал в 6-7. Окей. Окей. Угу, дальше. Все, да? О, как раз то, что я не хотел. Пришло. Ну, давайте. Такая. И первая стадия. На ботом, это на ботом, это на ботом. Показать. Давайте сходим. Чего бы нет. Давайте минус два. Минус два. Давайте плюс один сюда и лайфлинк. Давайте далее. Атака. Давайте снимем Сорина. О, неплохо. На 9 хочу. Да? Нет? Да нет? Да. Скинем по карте. Скинем по карте. Специалистка ушла. Отлично. Ага. Ну и? Мне даже интересно. Все вкачала. Точнее, себя еще двух. Как бы Эдгар никуда не делся. Надо понимать. Атака. Возможная атака. Тогда понятно, дрался, сейчас мы дроваемся много. Вот так, а. Давайте ставим Эдгаром. Пофиг. Давайте Эдгаром встанем. Один блокирующий. Я почему-то так думал. И вот туда же то.
Ничего страшного. Окей. Да, положим. Бесплатно. Давайте за минус 3 посмотрим, что есть. Резня. Только резня. Ладно, фиксируем. Давайте плюсанем. Показать это значит. Тут уже процессор не справляется с таким количеством карт. Давайте плюсанем. Сбрось карту. Ну и мы сбросим. Естественно. Генрика ушла. Давайте. Давайте. Далее. Не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Ты чё? Ну так сольём. Этот сюда. Сюда берем. О, неплохо. Хочу убить. Угу, 32 карты еще. Окей, получилось. Давайте. Плюс один. Положим вот сюда. Давайте. Элспет. Давайте плюс один. Положим сюда. И это будет бдительность. Я понятно, решил сдаться. Ну что, друзья, вот такая вот трэш-колода. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал, ставьте комментарии. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Косарь Дима, МТК Сибирь. Спасибо за просмотр. Всем удачи, пока и хороших топ-деков.